Это от чего? Нет, это не от нас, это вообще не от нас. А может это от вашего велосипеда? Да не, не может. Сань, под скамейкой круто, да? Да. Ну это от велосипеда какого-то. Ты уверен? Ну, вроде как похоже. Я тобой не видел, чтобы такие я штуки говорю, были. Нет, в нашем велосипедике такого сорта не было. Просто по размеру. У нас вот это вот уже изуродовал, падал. Ты что, записываешь, что ли? Ага. Если бы она была, то... это он решил свой велосипед украсить, эту штучку прилепить. Во! Смотри, какой сразу велосипед крутой стал, стелс, да? Какой. Супер. А можно вот сюда? Они там, видишь, более плоские, а здесь более крутые. Это магнит. Нет. А может, магнит? Это, мне кажется, не магнит, а клей там, да. Там остатки клея приклеивают ее. Брейк-данс пытается танцевать. Нет, здесь не так, брейк-данс. Так, сейчас это шорты протрешь. Здесь брейк-данс. Не, ну реально, говорю, сейчас на попе дырка будет. Да. Опять тебя в магазин вести. Саня, шорты побереги, пожалуйста. Я даже дома, умоляю. У меня ковер такой был, тоже шершавый очень. Я на тоже ковре там. Я там на себе все локти тер. Ну это не здесь, а там где-то. Здесь тоже, смотри, какое покрытие. А здесь еще покрытие, хуже. Да. Это вообще камни. Вообще не знаю, все-таки, ну, маленькие как-то дети ходят, чтобы вроде бы так помягче, если что-то сделаешь, так оно быстрее испортится. А если такое, то на него падать-то как-то очень уж больно. Вроде мягкое или не мягкое. Так, так, что там случилось? Ручку повредил? Нет, это можно прям в занозу. Ой, ты что? Он порезался, суши. Ну а зачем тебе вот эту фигню-то? Зачем ты бежишь куда-то с этой штукой? Все, все, крови нету, нету. А больно есть. Все, теперь это сейчас влажные салфетки. Так же, как салфетки. Я вот себе сделал. Ой, все, выключаю. Всем пока.